умение оказать первую помощь пострадавшему, меткость в стрельбе по мишеням, знание правил дорожного движения и твердый строевой шаг – далеко не полный перечень умений ребят, вступивших в отряд юных друзей полиции. Если в 2009 году, когда в Щелковском районе стартовал этот проект, было всего 5 отрядов, то сегодня он насчитывает уже 50. В очередном слете юных друзей полиции приняло участие 29 отрядов из 27 школ района. Дружба, она всегда выражается в делах, а не в словах. И то, что вы своими поступками не расходитесь с теми словами, с той теорией, которую вы будете показывать, в том числе на конкурсе, вот этим вы доказываете, что вы настоящие друзья полиции. Мы видим вас преемников наших сегодняшних действующих полицейских. И мы хотели бы, чтобы вы выросли здоровыми, умными, грамотными, образованными людьми. Согласно путевым листам, отряды активно включились в конкурсную борьбу. Ребятам предстояло проявить силу, ловкость, сообразительность. Например, разместить на доске дорожные знаки. Побеждает тот, кто безошибочно расставит их в правильном порядке за максимально быстрое время. Меткость была определяющим качеством при соревновании в дартсе и стрельбы в тире по мишеням. Знания по медицинской подготовке пригодились в конкурсе на оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Ребят обучали сборке и разборке автомата. Не менее строго оценивалась и строевая подготовка. Юные друзья полиции с серьезностью взрослых выполняли конкурсные задания и четко слушали команды. Мне нравится конкурс «Ловкий и быстрый», строевая подготовка и разбирать автомат. И я хочу в них во всех победить. По результатам конкурса победителей наградили грамотами Комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района. Первое место среди 8-9 классов завоевал отряд «Максимум» Щелковской школы номер 2. В младшей категории первое место разделили отряд БТР школы номер 2 и отряд «Стремительный» школы номер 11 города Щелково. Ольга Аржанова, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».